Всем привет, я Юлия Андреева, я расскажу вам о погоде на среду, 3 февраля. Спонсор прогноза погоды – торговая марка «Чудо-хлеб». Я выбираю «Чудо-хлеб», потому что уверена в его качестве. А еще он очень вкусный. Собирая самое лучшее, вкладывая душу, мы печем хлеб, который выбираете вы. «Чудо-хлеб», сохраняя традиции. Среда на территории нашей области обещает быть пасмурной, осадков в виде снега не ожидается. В Лузе и Кирсе до минус 10 градусов, в Слободском и Котельниче минус 9, минус 8 будет в Вятских Полянах и малооблачно. В Кирове в среду ожидается пасмурная погода, днем минус 6, минус 8 градусов, ночью до минус 10. Ветер подует юго-западный со скоростью до 2 метров в секунду, влажность воздуха составит 86%. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Магнитное поле будет спокойным. В среду солнце встанет в 7 часов 43 минуты, зайдет в 16:06, луна убывающая. И на этом у меня все. Это был прогноз погоды на среду, 3 февраля. Счастливо!